Во Франции и Англии гвоздика была цветком высших сословий, ее любили короли. В Бельгии она стала цветком простонародья и символом благоустроенного домашнего очага. Первые ввели в культуру гвоздику садовую – Дианту кариофилию, ставшую предком современных тепличных ремонтантных гвоздик. Затем появились многочисленные гибридные формы этого вида, а также гвоздик перистый, сизый, бородатый. В настоящее время имеется несколько групп гвоздик, сильно различающихся по внешнему виду, наличию запаха и продолжительности жизни.